Island Radio 91.5 FM. And now we join the BBC for the latest world news. Привет! Покушал уже? Кинкаума! Ты знаешь, что тайцы так приветствуют друг друга? Я, конечно, могла ошибиться в произношении, но дословно эта фраза переводится как «покушал уже». Тайцы любят покушать уже в 6-7 утра. Все придорожные кафе и рынки открываются. Кстати, здесь на Боут-авеню даже есть Бургер Кинг, представляешь? И вообще многие бренды уже вошли на рынок Пхукета. Пойдем выпьем кофе? Ну, мы пойдем в кофе-клаб. Савадика. Can we have please hot latte with coconut milk? Yeah. You can sit. Yes, I will sit there. Okay. Мне очень нравится, как готовят здесь кофе. Стоит всего 135 бат. Это латте на кокосовом молоке. Сегодня мы поедем снимать обзор по району Лагуна, сравним цену в разных апартаментах и таунхаусе. Потом нужно будет где-нибудь перекусить и обязательно скупаемся на пляже Бангтау. Ну что, ты готов? Давай начнем с Ocean Stone. Он находится на въезде в Лагуну, с его крыши открывается просто восхитительный вид. Здесь вот видишь, бассейн есть, парковка на весь первый этаж и ресторан русской кухни. Пойдем посмотрим, что там дают и сколько это стоит. Hello. Даже на русском меню есть, смотри, завтраки весь день, оливье, пельмени, котлета по-киевски, борщ, сырники, блины, в общем, все есть, все, что нужно. Так, что у нас тут есть? Это напитки, ну, напитки, понятно, кофе. Стоит эспрессо 70 бат, там латте 120. Так, оливье салат из курицы 190 бат. Например, что тут такого русского? Русские блины 120 бат, сырники 170. Так, борщ надо найти. Сколько борщ стоит? Русский борщ 220 бат. Болоньезе паста 150 бат, например, пельмени 220 бат. Ну что, как считаешь, дорого это или нет? По мне так вполне нормально. В общем, очень вкусно тут кормят, но пока еще рано нам кушать. Пойдем на крышу, начнем там уже съемку. Как тут красиво, смотри, какой большой зал, а какой бассейн. Я бы, кстати, пожила тут месяцок. Смотри, какой великолепный вид открывается. Видно почти весь район Лагуна. Там море, пляж. Ты, кстати, знаешь, что он 11 километров протяженностью? Видно гольф-поля отсюда. Думаю, надо будет как-нибудь сделать репортаж, сходить поиграть в гольф. Ну а вот там, видишь, башенка? Это пятизвездочный отель Анксана. Сейчас рядом с ним стройка, они достраивают еще один корпус. А напротив, совсем недалеко, Аламанда. Очень красивый комплекс с видом на гольф-поля. Один из первых, что здесь был построен. Нужно отметить, что односпальные апартаменты в аренду в Ocean Stone в пик сезона стоят примерно 3000 долларов в месяц. А такая же по метражу квартира, ну, может, чуть больше. В комплексе Аламанда, который находится буквально в километре от Ocean Stone и примерно на том же расстоянии от моря, обойдется дороже на 2000 долларов. Аренда трехэтажного таунхауса в Лагуна Парк уже с тремя спальнями будет стоить от 6000 долларов. Мне больше нравится Лагуна Парк. Он поновее, и здесь уже можно арендовать таунхаус в 3 этажа с бассейном, приватной территорией, где можно жарить барбекю, также со своим садом и парковкой. А от моря также недалеко. Мне также нравится, что территория здесь охраняется, и попасть сюда можно только через один въезд. Достаточно свободного места, без оживленного потока машин. То есть дети здесь могут спокойно играть и кататься на велосипедах, самокатах. Я думаю, что для семей это прям лучший вариант. Ну что, поедем поедим, а потом продолжим работать.
Ты рад, что мы выбрали этот ресторан? Он совсем недалеко от наших объектов, прямо на пляже. Называется «Утони». Я давно здесь не была, но прайс тут, конечно, немножко повыше, зато сидишь, наслаждаешься этой атмосферой и шумом моря. Ты что будешь? Я, наверное, возьму лапшу. Давно не ела лапшу с какими-нибудь морепродуктами. Например, можно взять рис жареный. Вот в ананасе 280 бат стоит. Просто жареный рис с морепродуктами, курицей, свининой или с овощами 180 бат. Я хочу кокос. Стоит 100 бат. Можно взять специальные коктейли, special shake, авторские. Они по 200 бат. Капунка. Я взяла себе лапшу в пхукетском стиле с креветками. Здесь такой соус небольшой, желтая лапша, ну и сами креветки. Это блюдо стоит 220 бат. Цены, конечно, тут такие повыше, но зато очень вкусно, и сидишь, наслаждаешься этим прекрасным видом на море, прямо на пляже. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита. Сегодня мы вновь в районе Лагуна. Посмотрим три разных комплекса, сравним цены, изучим инфраструктуру, покушаем в местном ресторане, конечно же, посмотрим пляж и искупаемся. Начнем сегодня с комплекса Ocean Stone. Он находится на въезде в Лагуну. С его крыши открывается восхитительный панорамный вид. Ну что, поехали? Ocean Stone Condominium расположен в самом престижном районе Пхукета – Лагуна, в парковой зоне всего в 7 минутах ходьбы от пляжей Бангтао и Лаян, в окружении всемирно известных пятизвездочных отелей. Сдался он в 2017 году. На данный момент успешно функционирует, и практически круглый год все апартаменты сдаются. Всего 84 юнита на 7 этажах в одном здании. Есть три вида планировок – квартиры-студии, односпальные и двухспальные. На территории два спортзала, два бассейна, ресторан и лаунж-зона на крыше. Это семейный комплекс премиум-класса. Высокий сезон стоимости в месяц от 3000 долларов. Комплекс «Аламанда» выполнен в современном азиатском стиле. Построен в 1993 году, но реконструирован в 2014. Состоит из двух трехэтажных зданий с просторными апартаментами класса люкс, где есть отдельная гостиная и полностью оборудованная кухня. Окружен живописными холмами и гольф-полями на 18 лунок с одной стороны и озерами с другой. На территории есть мини-маркет, теннисный корт, два бассейна с джакузи и детский бассейн. «Аламанда» прекрасно подходит для уединенного семейного или романтического отдыха. Стоимость апартаментов начинается от 5000 долларов в месяц. «Лагуна Парк» состоит из трехэтажных таунхаусов и отдельных вилл. Общая площадь таунхаусов – 173 квадратных метра. В каждом доме три спальни, гостиная, кухня и четыре санузла. Есть парковка, приватный двор и собственная терраса на последнем этаже. «Лагуна Парк» – прекрасное место для спокойного и комфортного проживания. Благоустроенная территория поселка охраняется круглосуточно. Есть детская площадка, общий бассейн с лежаками и зонтиками. Таунхаус в этом комплексе будет стоить от 6000 долларов в месяц. По всему району Лагуна и до пляжа Бангтао ходят специальные автобусы шаттл-бас. Или можно доехать своим ходом всего за 5 минут, или же прогуляться пешком. Ну что, как вам? Где бы вы предпочли остановиться? У каждого комплекса, несомненно, есть свои преимущества и недостатки. Если вам интересна эта тема и вы хотите узнать подробнее о недвижимости в районе Лагуна или других районах на Пхукете, а также сориентироваться по стоимости, с
Смотрите видео на нашем канале. Подписывайтесь. Каждую неделю у нас новый обзор. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Жду от вас лайк. Ну еще увидимся. Пока-пока.